Итак, еще раз доброе утро, уважаемые друзья. Сегодня 2 мая 2016 года, понедельник. Это Чехия, город Раковник. Турнир первой категории ТЕ. Богемия Карфекс. Сетка на 64. Турнир первой категории. Возрастная. Возраст 14 лет и моложе. Корт номер 4. На корте номер 4 в матче первого круга встречается Эрбол ЛДР Улу. И у него соперник из Польши. Вот он сейчас ближе к нам. Михаэль. Сейчас скажу фамилию. Николай Лоренц, Польша. Николай Лоренц, Польша, посеянный на турнире под 10 номером. Значит, польский спортсмен уже сделал брейк и ведет со счетом 3-2 в первом сете. Эрбол на приеме. Ошибка польского спортсмена. В принципе, делал все правильно. Прошла первая. Вторую перекладывал в темп по прямой. В общем, делал все верно. Ошибка где-то была, может быть, сантиметров 5 максимум. Да, интересно. Ошибается Эрбол за боковой, садится поляку подлево. Ну, в общем-то, слева, да, не очень у поляка. Да, скорее толкает мяч. Не идет первое. Но вот когда поляк сделал несколько ударов. Ошибку на подаче фиксирует Эрбол. 30-15 на подаче Николая. Проходит первая. Укороченный. Ошибка. По 30. Правильно, в принципе, делает поляк, что иногда укорачивает. Но дело в том, что Эрбол готов обрабатывать эти мячи. Интересное решение принял Эрбол. Бросил горку, потом сыграл низко над тросом. Резанный удар, мяч, в принципе, был неплох, но не попал в площадку. Больше. Нет первого мяча. Прилично. Эрбол играет на растяжку. Разрывает его поляк по ширине. Потому что все-таки очень опасный удар. Ровно. Что-то у меня со счетом не очень складывается. Ровно на подаче поляка. Немножко сетка Эрболу меньше на подаче польского спортсмена. Сетка при выполнении первого удара. И сетка
и в исполнении поляк. Ровно обменялись любезностями спортсмена. Прошла первая у поляка, эрбол не успел обработать. Спортсмен. Мяч хоть и свалился с троса, но поляк достал его и обработал еще лучше. Идет первое. Удержал подачу, ведет 4-2 в первом сете. Аут фиксирует эрбол. 15-0. Плотную игру на задней линии демонстрирует польский спортсмен. Такие плосковатые удары. Очень хорошая длина. Но можно сказать, что эрбол уступает в этом компоненте. Первая проходит эрбола. По 15. По 15. Не проходит первый мяч. Зря проверяет. Ну, очевидно, что был аут. Не знаю, какое решение приняли спортсмены. Был аут. Подачи по 15-30. Ну там действительно была ошибка при выполнении первой подачи. Я был зря проверял, но это его решение. Не идет первый мяч. Да. Поляк хорош. Вторую вкручивает эрбол неплохо. И вот теперь эрбол неплохо пробил по прямой через высокую часть сетки. Поляк не справился с ударом.
по 30. Ключевой момент сета. Польский спортсмен имитирует обратный форхенд. Показывает, что не успел вывести ракетку. Не идет первая вербола. Нужно. Ошибается поляк. Выполняю удар с отскока. Эрбол берет свою подачу и уступает пока что в первом сете со счетом 3-4. Польский спортсмен тактически начинает играть безупречно. И плюс технически два укороченных мяча заставил пробежаться эрбола. Продолжает наращивать темп. Ошибается. Ошибается поляк. Ну, тут две короткие бросил, можно было бы бросать и третью, в принципе. 30-15. Вторая безупречная. Грубая ошибка поляка. При приеме эрбола мяч сорвался с ракетки, он выбросил короткую плюшку на хафкорт. Но этот мяч точно так же сорвался и с ракетки у польского спортсмена по 30. Четко в линию. Зафиксировал эрбол аут. Меньше на подаче польского спортсмена. Непонятно, что. Такое ощущение складывается, что не было подачи. Но, может быть, уважаемые друзья, в комментариях я скажу вам потом, попал мяч или не попал. Четко по месту польский спортсмен. С короткого разобрался, поднял мяч, положил его туда, куда нужно. В противоход эрболу, эрбол не справляется больше на подаче польского спортсмена. Горку выбрасывает эрбол. И в принципе.
принципе, перехитрил. Поляк выбрасывал короткий, дальше играли уже в площадке. Арбол оказался сильнее в данном розыгрыше, ровно. Больше усилит косы еще костей, на недоходе арбол ошибается. Вновь больше у поляка. Срывается мяч с линии, арбол смотрит на отметку, но это была линия, это вот подача в линию, и 5-3 ведет польский спортсмен. Видимо, сетка. Второй мяч. Четко эрбол отработал данное очко. Николай Лоренц, в принципе, играл правильно. И на растяжках эрбол заставил его ошибиться. Сорвал прием Лоренц. 30-0 на подаче арбола. Второй мяч. Воткнулся в мяч, выполняя удар поляк. Грубая ошибка в сетку. Выкатился мяч, видимо, за пределы площадки. Да, как-то потеряли спортсмены мяч. 40-0 на подаче арбола. Мощная подача, но не проходит. И дает двойную ошибку. Ну, видите, эрбол принимает решение два раза подавать первый на 40-0. Посмотрим, верно ли было это решение. Двойная. Спорно представляется данный расклад, то есть имея 40-0 и подавать первым мячом. Вновь не идет первая. Thank you.
сыграл поляк без шансов. Ровно. Вот Эрбол, может быть, вспомнит потом о том, как на 40-0 он решил подать два раза по прямой первым мячом. Ошибка Эрбола меньше. Вот сейчас уже на счете ровно, он уже понял, он уже начал подавать вторым мячом, понимая, что надо хотя бы скручивать. Вот если бы он об этом вспомнил, имея 40-0 и подавая во второй квадрат, ошибается сантиметров 5-10 польский спортсмен. Ну, в общем, бывает. Эрбол разобрался, пошли удары. Прошла первая. Как хорош польский спортсмен. Ugh!
больше овербола. Не идет первая. Двойной дает эрбол. Насколько хорош поляк. Он продолжает делать свое дело. Сконцентрирован, собран. Спортсмены производят приятное впечатление. Подсел эрбол, не идет первый мяч. Дает двойную ошибку. Вот такое ощущение складывается, что эрбол, выкладываясь только на 100-110%, он, когда разыгрывается, у него все начинает получаться. Не проходит первое, второй мяч. Это сетблок польского спортсмена. Торопится поляк, играет в один удар. На самом деле, таки на таком корте с таким отскоком, все-таки это земля, отскок непредсказуем. Нужно как-то более надежно играть. Ровно эрбол продолжает подавать на то, чтобы остаться в первом сете. Идет первое, все-таки подсел эрбол. Поляк принимает. Грубая ошибка польского спортсмена. Да, мы видим, что эрбол находится в своей тарелке тогда, когда он играет на 100-110% от своей возможности. Идет первое. Вышел вперед, четко обработал мяч, заставил эрбола работать. Но это та игра, которую должен играть эрбол. Чем больше он двигается, тем интенсивнее он бьет, тем лучше. Это мое личное мнение. Тем лучше он играет. Ровно. Быстро в темп принимает поляк. Играет в полкорта, но этого казалось достаточно. Эрбол втыкается, выбрасывает второй мяч. И на паузе польский спортсмен пробивает с двух рук по прямой. Эрбол ошибается. Поляк решил выбросить горку. Да, эрбол перешел на горки, польский спортсмен не стал затягивать долгий ящик, вышел вперед и разобрал.